За стальными големами, сквозь мама обыденность пасмурных будней, заслужив свой вечерний покой, в шумном роли людском челу трудней, я устало шагаю домой. Я смотрел им в глаза мимоходом, кто-то болен, а кто-то не спал. Кто-то пил и кутил до восхода, ну а я просто сильно устал. Грусть тоска не отнять, не прибавить, от былого настроя лишь тень. Но есть тот, кто способен исправить даже самый испорченный день. Его стрим для усталых отрада, как для путника в гобе глоток. Пресных будней хмельная услада, его скромный вечерний поток. Он расскажет тебе о великом, может, двоечку даже пропьет, ну а может, фатальным искриком до истерики чат доведет. И сегодня опять до рассвета, отдавая себя до конца, будет длиться трансляция эта, заряжая людские сердца. Сквозь обыденность пасмурных будней, в свете тусклых экранных огней, 10 000 людских пчелотрудней наблюдают за ходом коней. Нифига ты, братан, выдал. Мощно, конечно. Спасибо тебе огромное. Спасибо за добрые слова. Спасибо. Мега мощно. Мега мощно, ребят. Да, крутяк, согласитесь. Очень крутяк. Вообще крутяк. Тут согласен тоже полностью. Крутяк, крутевич.